Итак, друзья, всем привет еще раз. Решил записать все-таки видосик. Да, вот он я, и я погнал записывать видос. Собственно, я так понял, про этот баг многие слышали, но не все понимают, как работает. Вот специально вывел сюда окошко, я его обычно закрываю. По iStop'у общее время 12 часов 6 минут всего накатано. Но я так понимаю, что половина из них вообще это случайно. То есть всего 12 часов на родном аккумуляторе накатано с 2014 года. Пробег 106 800. Температура на улице сейчас 29. Айстоп у меня сейчас отключен. Обычно я вот так всегда делаю. А климат сейчас включен. Но я сейчас поеду его выключу, потому что когда компрессор срабатывает, обороты, конечно, автоматом чуть-чуть будут подкидывать. Поэтому сейчас выключаем климат, приоткрываю окна, еду в нескольких режимах. Изначально я попробую без айстоп. Сейчас я поеду с метро Янгеля до улицы Каховка, ориентировочно по улице Чертановская, там очень много светофоров, и я думаю, что, скорее всего, ну, не знаю, если не закон подлости, то мы, в принципе, должны на каждом светофоре, наверное, остановиться. И буду вам показывать приборку, вы будете смотреть на обороты. Режим, соответственно, будет D. Музыку выключил, климат вырубаем, чтобы он нам не мешал. Окошко надо приоткрыть, поэтому чуть-чуть будет воздуха. И давайте еще посмотрим расход средний. Запас хода 353. Средний расход 8,7. Средняя скорость 36 километров. Сбрасывалось последний раз 5125 километров назад. То есть вот за такой пробег, вот такая средняя скорость. Ну, много и отпусков было и так далее. Но, тем не менее, все равно средняя скорость 36, никуда она не уходит. Расход сами видели. Так, сейчас давайте окошечко обратно с айстопом включу, пусть оно будет. То есть вот 12.06, текущая поездка, 0 секунд. Заодно узнаем, сколько он будет работать. Открываем окна, чтобы мне не так жарко было. Ну и попробуем как-то доехать и особо не трясти. Обороты сейчас видите. То есть с этой стороны посмотреть, то есть примерно где-то, ну, между двумя, ну вот отсюда, да, правильно показывает, между двумя рисками. Чуть-чуть выше, ближе к верхней. Включаем D. То есть на поведение машины ничего не поменялось. Ни толчочка, ни пиночка, вообще ничего. То есть она стоит просто мертва. То есть обороты тоже стоят на месте. Сейчас я отпущу чуть-чуть тормоз, и вы видите, как обороты чуть-чуть поднимутся вверх. Вот я отпустил тормоз, оборотики чуть-чуть прям приподнимаются. Все, собственно, поехали. Я надеюсь, ветер будет не сильно жужжать, шуметь, мешать. Но иначе я просто запарюсь. Постараюсь выложить все это без какой-то монтажки особой, да, без особой перемотки, чтобы примерно понимали, как работает, как переключается. Вот подъезжаем к перекрестку, первый у нас поворотничек. Прижимаю на D потихонечку. Все, остановился. То есть никаких рвений от коробки нет вообще. Вот сейчас за этой машинкой можно намерять. Да, а сейчас пробочки, соответственно, увидим, и много еще срабатываний. Айстоп пока отключен. Сейчас попозже там на Чертановскую пару светофоров, и я еще включу. Как работает коробка, можете сами наблюдать. Ну, режим слабенький такой, пенсионер тупо, потому что тут гнать особо некуда. Не знаю, слышно ли мотор будет на записи. Снимаю все на iPhone. Вот такие красоты. Сейчас уже, наверное, шестая передача включена. 1000 с небольшим оборотом. Интересно просто показать, я сам с этим никогда не сталкивался. И случайно где-то увидел, что вот такое бывает. Такая небольшая, скажем, нагрузка. Вот опять я встал на светофоре, смотрите, оборот. Отпустил тормоз, поехал. Без рывков, без пинков. Все спокойно. Вот, начинаю притормаживать, потому что впереди красный.
смотрите просто наоборот и смотрите, как переключается коробка. Видно, что там она пониженная, сейчас начинает перетыкать. Вот я сейчас полностью остановился. Вот, все, встал. То есть обороты, они чуть-чуть даже падают, видите, туда к 500, грубо. Я считаю, что это где-то 600. И тупо стоят на месте. То есть звука мотора и ощущение того, что что-то заведено, нет вообще. То есть просто как будто машина не заведена и стоит тупо в нейтрале. А до этого было, то есть ты держишь на D, обороты чуть-чуть даже были выше. Давайте ускоримся. В горочку. Не нарушаем, конечно же, едем, все по правилам. Светофор мы проскочим. Если ветер будет, сорян, потому что, ну, мне без кондера жарко. Но с кондером будет не так понятно, потому что там обороты, соответственно, ну, повыше будут. Но вибрации на них тоже нет, я потом покажу, включу. Красиво, да? Улица Чертановская. Сразу вам еще экскурсия. Вот, сейчас будет красный. Там 24 секунды, 23 сейчас. Я далеко вижу. Вот, останавливаемся. Все. Вот, остановился. То есть следите за оборотами. То есть они где-то вот сейчас чуть-чуть выше пятихаточки. Вот они, примерно, в такое положение встают. И все, ни одной единой вибрации, вообще ничего нет. То есть все работает просто идеально. Отпустил тормоз, они чуть выросли, и потом я добавляю газу и поехал. На следующем светофоре давайте включим iStop. Я попробую сначала не дожимать, то есть чтобы машина не глохла, а на следующем светофоре дожму. Сейчас пока кольцо будет. Вот, начинаем притормаживать. То есть очень плавно все работает. У меня такого на машине, по-моему, с момента, как я взял, не было. То есть, ну, все равно как-то она более жестко работала. Ну, вот сейчас холостой режим. Отпустил, обороты чуть-чуть выросли, там буквально на соточку. Вот там до 650 где-то, и все, и поехал. Все, сейчас я кнопочку зажму, iStop, и давайте оттестим без него. Все, iStop должен сейчас работать. Я подъезжаю к светофору, а он зеленый, нам не повезло. Красавчики. Вот, красный. Блин, зеленый. Ребят, сорян, блин, опять зеленый. Это, я говорю, закон подлости, блин, когда надо. У этих зеленых не дождешься. Когда не надо, они постоянно. Вот здесь опять 30 секунд, но я думаю, на следующем мы как раз остановимся. Прямо так целиком выложу видос. Чтобы было понятно. Там красный, но я не знаю, успею ли я на него. Но наоборот, чтобы зеленым он вдруг не стал. Все, притормаживаем. Тормоз я прижимаю чуть-чуть, чтобы у меня iStop не включился. Прямо самую деху, деху, деху. Все, остановились. Ничего не вибрирует. Мотор, соответственно, не заглушился. Поливалки в дороге моют. Ой, там, по-моему, где-то
надо будет перестроить сюда. Блять, там вода, не поеду туда. Давай слева. Блин, сейчас подъедем опять на красный. Сейчас опять сделаю так, чтобы он не включился. Может быть, здесь успеем постоять чуть-чуть дольше. То есть останавливаюсь. Потихонечку вообще прижимаю, просто чуть-чуть. Все, стоим. Айстоп, соответственно, не включается, потому что тормоз у меня не зажат до конца. Все, зеленый включился, вибраций никаких нет. Но обороты, как вы видите, чуть повыше. Но вибраций нет. Нет такого, что он куда-то пытается уехать. Все, на следующем светофоре сделаю так, чтобы айстоп сработал. Если красный будет. С 15 секунд. Все, подъезжаем к светофору, должно успеть. Сейчас я педаль буду нажимать дальше. И, соответственно, айстоп должен сработать. Блин, там 8-7 секунд. Все, остановить, чуть-чуть прижали. Все, чуть-чуть дожали. Видите, айстоп сработал. Все, машина заглохла. Отпускаем тормоз, она завелась и поехали. Не, нареканий никаких нет. Сейчас попробуем опять чуть-чуть не дожимать. А когда ты не дожимаешь, оборота чуть больше. Но коробка при этом не пытается куда-то сорваться, уехать. То есть никаких вибраций, ничего нет. Наоборот, да, реально чуть-чуть больше. Когда ты в первом положении педали тормоза находится, чтобы айстоп не срабатывал. Вот опять красный, сейчас сделаем, чтобы он не срабатывал. Для этого нужно по чуть-чуть притормаживать. И педаль примерно где-то вот. Ну, чуть-чуть ее даешь, там прямо чувствуется. То есть вот чуть-чуть. Все, а стоп у нас не срабатывает. Обороты реально чуть-чуть выше. Но никакого давления на коробку я не чувствую, чтобы она куда-то машина вырывалась. Отпустили тормоз, поехали. То на следующем делаем, чтобы срабатывал. И потом его просто опять отключу и сравните разницу. Я думаю, вы не зря проведете каких-то 15 минут видео. Некоторые вообще, может, Москву ни разу не видели. Там ремонт, нам надо, соответственно, направо. Здесь дома красивые. Вот, подъехали как раз на красный. Может быть, успеем, чтобы айстоп сработал. Так, останавливаемся. Нажимаем тормоз уже посильнее. Все, встали. Все, айстоп, видите, сработал. Отпускаем тормоз. Машина завелась и поехала. Не, айстоп работает отлично, просто он в Москве не нужен. То есть вот такие, понимаете, мелкие включения-отключения, вы этим самым просто раздалбываете себе все навесное, блин. Типа ремней, роликов, натяжителей. Зачем лишний раз грузить, напрягать авто? Так, сейчас айстоп выключаю. Все, зажал кнопочку, желтенький, он, видите, светится. Несмотря на то, что аккумулятор уже столько лет, работает все идеально, потому что, видите, часов-то, в принципе, накрутки-то нет. Все, вот я приехал, остановился, стою на тормозе. Обороты. Отпустил тормоз, поехали. Нагрузки никакой вообще не ощущаю. А здесь нам налево. У нас Балаклавский проспект. В Москве обычно спокойно езжу, если, конечно, выезжаете куда-то на МКАД и другие развязки. То есть, в основном, конечно, практически всегда педаль в пол. Ну, чтобы побыстрее перестроиться. И за этой машинкой, за нашей, конечно, многие не успевают. Вроде пытаются, особенно какие-то лансеры там, ну, им без вариантов вообще. Они никуда не успеют. Давайте еще пару светофорчиков и потом подведем итог. Вот такой большой длинный светофор будет. Сейчас у меня айстоп отключен. Кто, кстати, в Москве находится или... Ну да, в Москве в основном, потому что я еще в Ивановской области бываю, но там бываю сейчас очень редко. Буду
кстати, через неделю. Если что, можем пересечься, сравнить, попыркать, попробовать. Пикдаун. Очень резво просто уходит. Сейчас еще где-нибудь пикдаун сделаем. Поймете примерно, как должно быть, и сравните с тем, как оно у вас работает. Так, мы здесь направо едем. Хоп-хоп. Хоп. О, какие мерсики. S-класс. S63 был. Ну вот мы едем типа Палтос. Передача сейчас у нас пятая. Вот давайте нажмем кипдаун. То есть срабатывает очень четко. Все по тормозам, потому что поворот. То есть вот сейчас коробка работает именно как надо. Если у вас не так, значит, вам нужно что-то с ней делать. В первую очередь, наверное, если масло не меняли, поменять. И если не делали адаптацию, сделать адаптацию. Пока я не сделал адаптацию, у меня, конечно, было чуть хуже. Он и в кикдауне мог чуть-чуть подзадерживаться, то есть так подзадумываться. То есть ты едешь, кикдаун дал, а он такой задумался и потом только дал уже. То есть вот так это работало. Сейчас он проработает практически моментально. Я все говорю, все, у меня теперь не Mazda, блин, у меня теперь BMW AMG. Ну, кто понимает, поняли, о чем я. BMW AMG, он мне очень нравится. GL400 Fomatic. А вообще по-немецки читается не Fomatic, а Firmatic. Если кто не в курсе. Я специально стараюсь вам показать и... Ну, дотормаживаться очень хорошо. Все, остановились, стоим. То есть нагрузки нет вообще никакой. То есть вот он просто держит там чуть-чуть больше, чем 500. То есть, ну, 600 я где-то считаю, да? И никак вообще не ощущается. То есть машина просто стоит, как будто в положении нейтраль. А до этого было, то есть он удержал обороты примерно как... Ну, на 200, наверное, побольше, где-то как 700, как будто айстоп, но когда ты до конца педаль не нажимаешь, то есть обороты были увеличены. И при этом сейчас это не ощущается никак, а там прямо какая-то, знаете, вот вибрация шла, и прямо вот у меня телефон обычно здесь на магнитке лежит, и на нем это прекрасно все ощущалось. Но вот обороты опустил, тормоз, вернее, опустил, обороты прибавились сами, то есть еще не давая газу. Давай. Тайо. Где-то в среднем вот так вот и езжу. 80, когда пробки, соответственно, езжу помедленнее с потоком. То есть стараюсь машину не рвать. Вот еще отличные зелененькие успеваю. Вернее, как раз на красненький, как мне сегодня нужно для тестов. Оттормаживаемся, смотрите на тахометр, я скажу, когда мы остановимся. Все, остановился. То есть обороты, смотрите, чуть больше, потом они чуть-чуть вниз падают. Вот. И все. И такое ощущение, как будто машина вообще не работает. Просто бесшумная. Чего у меня руки трясутся? И все. Они в таком положении, они так и стоят. Если бы у нас был кондер, соответственно, когда муфта включается, он бы начинал прыгать. Но когда муфта включается, обороты чуть увеличиваются. Но опять же, там не до 1000 оборотов. Этот дядька вроде рванул, а никуда не успел. Так, мне сейчас нужно направо. И все, здесь, короче, будет конечно, и мы сейчас подведем итог. Но я думаю, если у вас какие-то уже вопросы останутся, обязательно задавайте. Стуков я никаких нет, косточки пока живут, не оригинальные. Не знаю, сколько проходит, как, сколько проходит, столько проходит. Я отпишусь, напишу пробег, у меня, по-моему, пробег записан. Сейчас пробег, видите, почти 107. 29 градусов, а я еду без кондиционера. Сейчас куда-нибудь в тенечек зарулю. Тут
кстати, все время Mazda какая-то стоит. Смотрите, ее... А, нет, вот она. Не знаете, чья машина? Она постоянно здесь стоит, а здесь часто бывает. У нее нет хозяина, что ли? Она всю зиму уже простояла. Такое ощущение, что на ней никто не ездит. То есть вот я вставил D, жму на тормозе. Задняя. Давайте встанем к этой Мазде. Когда назад, кстати, едут, РВшки скрипят задние. А может, передние, фиг его знает. Вот просто на холостых. Только тормоз поджимаю и все. То есть горочку чуть-чуть, она едет. То есть проблем с этим нет. Парктроники все работают. Вот стою в R. Все, P. Итак, друзья, если у вас после этого остались какие-то вопросы, обязательно задавайте, спрашивайте. Пишите комментарии. Если потребуется, я могу оперативно ответить в Telegram. Подписывайтесь в Telegram, все обязательно расскажу, покажу, дам попробовать. Если вы в Москве находитесь где-то в районе Юзао, да, то я каждый день, в принципе, по Юзао катаюсь, и можем пересечься, можем сравнить. И если нужно будет адаптацию, могу подсказать. Но опять же, как со временем будет, связаться со мной можно через телеграм-канал. Или написать для начала комментарий, допустим, на драйве. Я уже скажу, как можно связаться. На этом у меня сегодня все. Я думаю, инфа была полезная, понятная. Все понятно. Москву посмотрели. Всем пока. Жарко. Сегодня у меня пятница. Завтра я иду в отпуск на неделю. Меня не будет. И так рад, так рад. В телеграме будет вся информация из отпуска. Всем пока. Да, кстати, кто не в курсе, как включить экран, чтобы iStop показывал. То есть просто берем, вот здесь вот есть кнопочки «Инфо» и «Плюс-минус». То есть нажимаю на них. Включил зажигание без нажатия на педаль тормоза, соответственно, чтобы оно включилось. Ну или на заведенное это все нужно делать, но обязательно, чтобы машина стояла на месте. Вверх. Так, вот с этого положения средней скорости, допустим, вот у меня iStop включен. С него я листаю вниз. Настройки. Дополнительные окна, iStop и выключить окно. Ну, так как я им не пользуюсь, мне поэтому не очень интересно, чтобы оно было. Зато здесь есть вот такие вот системы, система помощи торможения в городе. Иногда бывает спасает, она у меня включена. Техобслуживание, здесь можно посмотреть, когда менять масло. То есть я вот устанавливаю, вот через 4000 мне нужно произвести бот-замену. И он, соответственно, заранее чуть предупредит. Ну и очень много настроек еще есть на бортовике. Вот здесь, когда включаете, нажимаете Setup, автомобиль, тоже на стоячем автомобиле. Здесь вы можете поменять настройку дверных замков, освещение, дворников. Вот, допустим, дверные замки. Время автоблокировки, громкость сигнала блокировки, блокировка при уходе. Освещение. Тайм-аут внутреннего освещения, тайм-аут внутреннего освещения закрытой двери, открытая дверь и тройной сигнал при повороте. Ну, когда вы включаете поворотник, чтобы он начинал включаться. Автоматическое включение фар. Соответственно, оно у меня сейчас включено. И при каком режиме будет все это дело включаться. То есть, когда на улице вы заезжаете в тоннель, чтобы сразу, когда если у вас будет стоять настройка светло, он сразу будет включать вам, соответственно, фары передние, а не передние эти ходовые огни. У меня стоит настройки средний, и то есть, когда я заезжаю в тоннель, если он недалекий, такой небольшой, то фары у меня сразу не включаются. Здесь можно это все отрегулировать. Можно включить еще вообще только, когда ночь настает, чтобы включались непосредственно фары вместо передних ходовых. Ну и дворники, соответственно. Здесь можно вывести из режима датчика дождя, или можно датчик дождя отключить и включить, чтобы он просто с перерывами включался. Если кто-то не в курсе, вот заходите в меню просто и смотрите. Это 2014 год, но уже вот с такой карабасиной, то есть это конец самой выпуска, то есть после них уже машин не было, и там с 2015 года пошел рестайлинг. А в рестайлинге вот уже такая коробка появилась, но уже поменялась оптика, головное устройство, задняя тоже оптика вся. Как-то вот такие дела. Ну, а остальное здесь звуки и так далее, здесь все понятно. Все, ребят, на этом все. Всем спасибо.
Всем пока. Есть вопросы? Задавайте все это дело в комментариях.